Гастрономический фестиваль вновь радует Владивосток. На этот раз главный герой – гребешок, культовый сезонный продукт. Кулинарное событие под названием «На гребне» организаторы называют холодным, так как в этот раз подается деликатес поштучно в сыром виде из аквариумов под различными соусами и заправками. А блюдо шеф-повар готовит перед посетителями, рассказывая все нюансы процесса. Сегодня для нас гребешок приготовит Вячеслав Анзулис. Наш сет из трех гребешков, который мы подаем с лимоном, имбирем, васаби и специальным соусом. А также хотелось бы приготовить блюда, которые входят в это, грубо говоря, меню краткое, да, которое продлится всего до 16 числа. Это у нас будет хейс гребешка, закуска с соусом том-ям и будет салат с клубничной заправкой. Все три блюда Вячеслав готовит по-особенному. В закуску повар добавляет огурец, гребешок нарезает тонкими ломтиками. В процессе приготовления главное быть внимательным с ингредиентами. У него слишком нежный вкус, поэтому главное не перебарщивать каких-то лишних заправок. Гребешок выкладывается на огурец и все заливается соусом том-ям. Блюдо готово. Далее хё, которое знакомо приморским гурманам как один из способов приготовления сырых продуктов. Гребешок смешивают вместе с нарезанным луком, поливая авторским соусом. Тщательно перемешав, выкладывается в специальную тару, где украшается зеленью, лимоном, перцем. Сейчас хотелось бы приготовить тот самый салат. В составе листья салата, которые повар не режет, а рвет. Айсберг, фризе и ростки сои. Ну и, конечно же, главный виновник фестиваля – гребешок. И финальный штрих – клубничный соус. Очень такой летний, воздушный салат с клубничкой. По словам Вячеслава, популярностью у посетителей пользуется классический гребешок под авторским соусом. Но высокую оценку среди мужчин получила и хё. А представительницы прекрасного пола оценили микс-салат с клубничной заправкой. Также шеф-повар раскрыл секрет вкусного приготовления деликатеса. Вкуснее всего есть гребешок в компании. А как он приготовлен, подан холодным либо горячим, это уже все-таки второстепенно. Тут через гребешок мы передаем наш дух Приморья друг другу. А если к нам приезжают гости, да, издалека, из-за рубежа, либо просто из других регионов, то гребешок в этом случае нас объединяет. В заведении также добавили, что с каждым днем гребешка уходит все больше и больше, но для всех посетителей найдется порция. К слову, деликатес доставляют с фермы. Это по существу дикий, но выращенный гребешок, да, который обладает всеми полезными свойствами и очень вкусный. На гребне продолжает череду гастрономических фестивалей в Приморье, цель которых – популяризировать дальневосточную кухню. Ну а далее в планах масштабный фестиваль краба, который состоится в сентябре и, по словам организаторов, станет всероссийским. Остается только добавить, что у жителей и гостей приморской столицы остается не так много времени, чтобы попробовать одно из этих четырех блюд. Ведь фестиваль на гребне закончится 16 июля. Поэтому дерзайте. Дмитрий Беломестов, Алексей Заровный. Новости на восьмом.